Ой-ой-ой! Давай, выходи, в рукопашную сразимся! Петушиное говно, блядь! А, тут взрывающаяся штучка. Ой! Круг! А? Дробовик! Не во взрывающуюся штучку попасть. Куда ты побежал? Ниже. Еле прицелился. Смотрите. Hey, there's a ladder. У меня дробовик. Come on, hurry up. Дробовиком нужно как бы стрелять нормально. А где мое оружие, которое я на дробовик поменял? Исчезло, что ли? Вот. Так, пока мы отсюда ушли. Тут ничего вроде не блестит, не мелькает. Крысы бегают. Вон они. Блядь. И мы вроде... Ставлю хедшот в голову, а он все равно не получает хедшот. Я в него прям стреляю, видите, прям. Тут сейчас очень темно. Так что я тут мало чего вижу, поэтому вы, наверное, тоже ничего не увидите. Вообще темно, жопа полная. Так, а что у них снайперы? У них же оружие со снайперским прицелом было. Видели же красный прицел? Вот метро. Блять, вон они. Побежал. Вон он сидит. Вон он чё. Хочу нахуй. Еще одному на. Не, не хочу. Они живучие, блин, сколько ж по ним выстрелов. О, молодец. Так. Ой, блядь. Вон он, сука. Вон. Хо-хо-хо-хо. Так, а на крышу нельзя забраться? На крыше тоже что-то должно быть.
Может, стекло прострелить? Нет. О! Сейчас мы будем идти там по лестнице, а эти чуваки будут выбегать. Во, вот здесь. Вон они. Кто один залезет, тот другой прикрытый. Салли рядом с ним стоит. Не может его замочить. Во. Или этого хера надо снять. А еще один? Ёпкую мать. Попаду в тех чуваков с лазерным прицелом.